Вырубка двух акаций, а также снятие большого участка тротуара. Это все дело рук владельца квартиры на первом этаже по адресу улица Академическая, 11. В среду сюда приехали представители Приморской райадминистрации, а также правоохранительные органы и составили протоколы на виновника торжества. Они обязали его восстановить тротуар в первозданном виде, и он заплатит штрафы за повреждения и уничтожение зеленых насаждений. Но пока эти работы будут проведены, людям приходится обходить этот участок по проезжей части. Дійсно дуже незручно, тому що потрібно виходити на проїжджу частину, і це може спричинити ДТП. Але наскільки вони є незаконними, я вам не можу сказати, тому що я не цікавився цією проблемою. А взагалі як це виглядає на ваш погляд? Ну, виглядає, що це дуже небезпечно для життя людей, тому що потрібно виходити на проїжджу частину або переходити на ту сторону. І там дуже плоха дорога взагалі для колясок. Отвратительна взагалі цей кусок. Дуже отвратительна, особливо там. А от це от незаконна вирубка дерев? А от це взагалі ужасно. Что вы скажете? Ну, видите, что с коляской? А как здесь пройти? Как? Человеку можно пройти с коляской с ребенком? Невозможно, просто реально. И мусорники, эти огромные машины, все на свете. Сотни спиленных веток теперь красуются в палисаднике, а тротуар оградили красной сигнальной лентой. Асфальт самоуправец вывез, пока все спали, в понедельник ночью. А вырубку деревьев остановили возмущенные жители дома и общественники в среду. Вот эту квартиру, вот напротив нас, трехкомнатная квартира, вот эта трехкомнатная квартира. Вот видите? Ага. Раз, два окна. Ее выкупил какой-то деятельный. Хочет пристроить себе офис вот сюда аж, до дороги, оттуда сюда. А что с асфальтом здесь? И вот а он этого... снял. Взял, а, это он снял, сам снял? Чтобы люди не ходили, да, чтобы люди не ходили, как будто ремонт здесь. Так а люди теперь как? Они теперь, получается, все вот люди обходят вот через проезжую часть? Вот так. Здесь кафе или бар? А как вам то, что вот здесь с асфальтом невозможно теперь пройти? Это же просто безобразие, как вы считаете? Не знаю. Я живу там с той стороны тоже, они перед балконом мне металлоконструкцию установили. Вот это магазин «Лукошка». Я не знаю, мусорный контейнер перед балконом. Исполнители работ с места преступления сбежали, но заказчика теперь ждет наказание. Прибывшая полиция и сотрудники департамента экологии зафиксировали ущерб и составили протоколы по трем статьям административного кодекса: нарушение правил благоустройства территории, уничтожение зеленых насаждений и самоуправство. По каждой статье нарушителя ждут весомые штрафы от 20 до 80 тысяч гривен. Дмитрий Богомолов, Юлия Пальнова, телеканал «Репортер».